Катя, волосы повыдергать бы надо, как у Шагарта. Ах, маменька. Ну вот опять. Молчи, ведь все из-за тебя. У зеркала зевала, все платье мерила. Теперь не будем знать, какой у гостя чин. Кто будет бал давать? Ах, маменька, мне Добчинский сказал, что он полковник. А мне что, генерал? Придет Авдотья, все расскажет толком. Что за чиновник? С чем он к нам каков? Из умных или из дураков? Сияет ангелом он или смотрит волком? Узнаем все, какого цвета. Брюнет, шатен. Мой лучивый блондин. С женой приедет. Или один. Теперь вот жди, как дура. А все из-за нее. Башки лишь женихи эти толпятся. Небось уж влюблена. В кого влюбляться? Тот глупый. Тот жена. Тот беден. Нет, всегда найдется вор, который сердце барышни сворует. А для чего ж тогда и сердце существует? Не для того, чтобы быть обманутым? Умно! Без похитителей сердец жизнь так бедна. Но не прошло. Где? Вон! Опять фантазии блеснули. Да вон! Иди, вон от наряд и одинокий. А сердит-то как сердит. Взгляд, как молния летит. Ой. Как он там до всех орал. А кто починил? Генерал. Молод, старый или нет? Как? Молодой. Цветет, как бабка. Кто? Блондин. Да. Брюнет. Портрет. Так и просится портрет. Накричал тому портрету золотую палету. Упадет к ногам весь свет. Так и знала, что Шантрет. Я сегодня до рассвета видела во сне Шантрета. Ой, если честно, я сама от Шантрета без ума. А слуга-то с ним каков? Сытый. Гладкий, как ворот. Что там наши Кольки и Мишки, не до Мишка, не у Мишка? Этот важный шаг-шагнёс, глазом острым, как моргнёт, как завертит гой, как заухает цой. Говорит ты, как начнёт. Ну и что же он сказал? Кто? Слуга. Слуга молчал. Да. А барин? Тот павлин. Весь такой цветастый. Блин. Вист парадный, шико, модный. Женихи, знать, модный. Годный. Только годный, вот камыши. Не язви, а что мой муж? Муж? Да. Велел сказать вам лично, будет сейчас костюм столичный. С генералом с этим? Да. Что ж ты сразу? Вот балда! Пожалуйста!
застыла. Вот вас увидела и сразу все забыла. Ну-ну, я девушек таких люблю. Будь понежней со мной, я твикс тебе куплю. Как звать? Авдотья. Что ты здесь? Родня. Так ты смотри, не забывай меня. Как можно? Вы такой красавец. А ты смела. А глазки? Глазки? Как дурак. А плечики богатые. Шейка, грудь. А поискать найдешь еще чего-нибудь? Кто здесь хозяин? Городничий. Ну тебе! Так мы у городничего в гостях. Придешь ко мне сегодня? Не пожалеешь, приходи. Пойти шепнуть, что барин на ушко, чтобы он не взорвался по пухам. Воробушек, мартышка, пупс, душка, придешь ко мне сегодня ночью? Какие люди! Ах, гули, гули, гулички, глазеночками фыркают, а девочки, девулики, глазеночками сыркают. Нет, право, как наешься, становишься добрее. А как называлась рыба такая? Огромная с икрой. Налим или осет? Нет! Рыба лабарданс. А, лабарданс. Специально для вас куплена, начищена, нарублена. Отличная рыбешка. Нет, я люблю поесть. Позвольте память о приезде в веках запечатлеть ваш лик. Ну что вы? Ах, я не привык. Я не бывал в таком уезде. О, вы такой высокий чин. Болван, ты что стоишь, как чурка? Бери мольберт, тебе почин, и не гляди таким придурком. Я знать не знаю, как размешивают краски. Не знаешь? А вот это твою мать. Сюжет какой-нибудь из мифа или сказки. А где у вас картишки, а? Я могу перевитнуться. Да, люблю так это в руку. Летит шальная масть. Понял, чей огород. Камешки кидаешь. О, какие карты, что вы? И слыхом не слыхали. И видом не видали. И в руки-то не брали. Ой, не знаем, как.
как играть? Ой, бывало, что наткнешься на короля бубнова, но так противно станет, что прямо плюнешь. О, нет, нет, мы время ценим. Отечеству мы служим. А жаль. Нет, право, жаль. Иногда так звистуешь из трех углов, как акнус наткнешь. Нет, иногда облечет. Господа, господа, у меня сон. Ты сказки кому угодно рассказывай, только не мне. Что вы с нами в духе? Плохо есть. Балы, министры любят выпить и поесть. А как навесится, снова добивай. А ключ от подвала где? Со мной. Сюда давай тащи, все из подвала, все мечи. Капусту, кулебяки, куличи, грибы, копченость, свинину и рачков. Пусть слопнет гость от пуза до зрачков. Кати портвей, шампанское, мускат. Он выпить любит, любит выпить и поесть, я очень рад. Кто там кричал, что я разбойник и злодей? Да я политик, я умнейший из людей. Купцов не грабил бы, не брал бы взяток, нет. На что бы я сейчас давал банкет? А ведь банкет сам Бог создал на то, чтоб мог закрыть глаза на все инкогнито. Представить семейство мое, вот дочка, а это жена. Дочь на фортепиано супруга поет. Машенька очень нужна. Эй, вы там, скорее готовьте обед. И главное, побольше вина. А вы дочь его жена? Дочка, а это жена. Прошу покорнейше садиться. Благодарю, мне не сидится. Перед вами встает еще. Это просто как привет. Прошу, в судьбе моей участие вы примите. Ей ангажемент. Как усталый корабль ищет пристань, так я в доме вашем гавань отыскал. Сколько сунули вы 200 или 300? 400, так еле я взял. Ну, какая гавань, там деревня. Что ж, в деревне есть пригорки, ручейки. Здесь так мягко, так плавно и напевно. Бабы есть, а рядом мужики. Конечно, с Петербургом не сравнится. Если взял, так значит, стало быть, берет. Он теперь всю ночь мне будет сниться. Я не пойму, он врет или не врет. А Петербург, вот жизнь. Вы думали, друзья, что я простой чиновник? Я, берите выше. Слава! Выше. Слава! После дороги вам я чай. Выжировка неприятна. Трактиры, грязь, вонючий чай, вполне врать наливать. А люди, все так непривычно. Привыкши жить в компромеву, в блистательном столичном свете. И вдруг гранитную Неву покинут для... Ах, глазки эти! Увижу ли при свете дня? Ой, вы смущаете меня! Гляди, смутилась недокрога. А какова была дорога? Теперь сплошной криминоген. Как вам сказать? Ведь я спортсмен! Дорога, да, слегка опасна. Но ведь опасность есть везде. Господа, все ясно, он будет брать. Когда и где? Я не боюсь. Я с пистолетом. Красивый и храбрый при этом. Карета сунулся один какой-то странный господин. Но я влепил ему три. Две! Ну, две пули. И он пулями прошит? Лишь пятки в воздухе сверкнули. В канаве где-то там лежит. Вы служите? Да, конечно. Департамент мой дом родной. Начальник друг. Приду, пожму две пары рук, задам кому-нибудь экзамен. А сторожам распишется щетками, почистить платье. Да в министерстве. Все меня скорее хотят принять в объятия. Да чиновники при мне, чиновники как крысы.
Начну пером строчить. В театрах лучшие актрисы меня затиркают до дыр. Для них строчу я в бодивиле. Ой, как приятно удивили. Эй, брат, слей, мне нравится, когда полней. Готовьте спины для кнутов. А ваше имя? Хлестаков Иван Александрович. Ну, похлещет. Так мужественностью и плещет. Как это звучно, Хлестаков! Да я с Пушкиным на ты! Иду я Невский, вижу Сашка. Да мне бросается на грудь. Не брит под гад. Красивая! Башка. И смелая! Порежь штанов, а тут шишут! Кричит, ну как дела, друг Ваня? Прочел мне тут же новый стих. Фрегаты не спи, братаная. Мы закатили трех, двух, четырех. Я была такая баба, два, два, четыре, баба. И хоть с ней справиться я смог, я извиняюсь, так он смог. Вы сказали чувик, простите, я не понял. Я так сказал, пардон. 5 дней на Витебском вокзале для пьес он изучал жаргон. Да надо знать, пусть народа. Говорить, 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 говорить. В нем сразу говорит порода. Мне бы про взятку не забыть. Мне дружба с музами привычна. Вольтер обычно мне говорит. Ой, так вы с Вольтером. Но мы сочиняем иногда. А как вы можете, когда... Вольтер в другие жил года. Другие противоречить разные... Противоречить кавалерам, учись у матери манерам. А эти барышни, беда. А Гамлет, знаете Шекспира? Так это я! Всем дадим! Мой бог, я встретила кумира! Мне такая вира. Мы вместе с музою парим. Лей, брать, лей, бога, мы говорим. Да благо то, что платят много. По 200 тысяч. За строку! Прошу, Антоня! Сберегу! Я! Ку-ку! Ку-ку! Левей, примите позу! Левей! Позу, а как что? Она еще не левей! А вы пишете лишь прозу? Нет, стихами я точнее. Да, один из первых в северной столице мой дом. Да. И в нем всегда полы. Там все-таки лица от язв мои просто трещат столы. Весь Парижа суп в кастрюле, щекочет нужды аромат. Имений у меня 3. 2. Да. Ну, 2 в Туле, в Орле, а там, где Арарат, в Эстонии. В Армении! А, ну да, налей-ка, брат. Министр иностранных дел шепнул.
вам памятник в народе. Английском? Да, я не захотел. А сколько у меня курьеров? 100 000 кур! 100 000 кур! Ярчиков! Пчелиный рой! Мальеров я не потерплю! Я такой! Я вам задам здесь всем отразку! Сам Государственный Совет меня боится! Делать сказку ревизскую! Попчинку свет! Прошу прощения! Чё? Так вот, ручку! Вот так вот! Вот! Херать! Я вас делаю всех бездельников! Смету в кучку, как мусор носовок! Ой, ой, мамочка! Что? А чё ты там ползаешь, а? Шнурок! Плевать! Не да, не да, глоток! Вот грок горячий! Грок? Да. Да. Грога еще не пробовал из рога. Видать, давай! Что? Ой, пардон, я все могу. Он сделает из нас рагу. Иван, Иван. Ну че, Вован, не понял? Вован! Превосходите! Ой, устал я от вас! Пойду вздремну. На пассажок еще рюмашку! Ой, я не вижу его, как ее вдоль глазку, вдоль его. Машку! Вот! Сейчас только здесь было. Чей это дом? Машку мне дай, Машку! Пойду, пойду, пойду! Как пряник мят. А вид какой парадный. Ой, как он говорит. Значит, из столицы. Большой цветок в петлице. И черта не боится, во мне все дрожит. Он между разговором меня окинул вздором. Подальше с этим вздором. Глядела умнишна мать твою. Ах, мама. Мама права, глазами слева, справа. Ну да, такая баба, прям глаз не оторвать. Ну, может, два разочка взглянула, мол, что за дочка? Так бегает, как кочка, и блеет, как коза. О, а мне он улыбался, на грудь свою кидался, в глазах моих купался, заглядывал в глаза. Меня трепал за щечку, мизинца вывел строчку, в конце поставил точку и в ухо мне дохнул. И мне дохнул он в ухо и ущипнул за брюхо. Во рту он даже слуха. Эх, жалко, что заснул. Папа! Тебя сейчас убавлю! Тихо! Циц! И не рад, что напоил. Не видал теперь покоя, что он тут наговорил. Подгулял и все наружу вынес этот человек. Не поупать бы мордой в лужу, не отмойся, мадер. Ой, господи, боже. Ой, ну давай теперь у Миши выручай. Будь похитрее. А, держи морда! Слушай, Мишка, на крыльцо да поживей. Грудью встать не пропускайте ни купца, ни подлеца. Только жалобой спускайте голову его с крыльца. Много жалобщиков этих, но и я не лыка шик. Вот уедет, в руки плетит. Что там барит твой? Лежит, спит. И сколько? Вот цена. Просит, да, чего? И да! Набьюсь я в дровода, съем рыжку в лаборда. Пусть плавает вот там, никому ее не дам. Балдею я отдам, я все за них отдам. Шепну на ухо, да, шашеля плам. Yeah.
я, кажется, скрапнул порядком на этих дивных тимиках. Я сытым стану здесь и гладким. А дочка-то с маменькой, а? Дочурка бестия такая. Ты, мамаша, не дурна. Сейчас приснилась мне одна, руду русалочка нагая. Как волосы прикрыли грудь, а грудь пышна. Но бедра, бедра. Ах! Пойти опять, что ли, вздремнуть? Эх, нет, на душе как будто бодро. Сейчас во мне поет романс, и сердцу разума мне скучно. Пожалуй, разложу пасьянс. Нет, мне без женщин душно. Скучно. Давай пасьянс. Сейчас гасите. Господи, с чего начать? Боже, боже, выноси! Под коленки ломает. Ноги страхи, как в грязи. Просто так подойти так это сунуть и обратно убежать. Нет, с деньгами жил бы целый век. Да. А это что за человек? Рассола нет? Или квасу угости-ка? Я без рассолы. Я земляника. Люблю со сливками. Тащи ее сюда. В больнице, помните, обедались. Да-да-да-да-да, Лабардан. Ага. Отечеству на службу, стараться рад! Послушай, братец, а не дашь ли мне взаимные, а? Для вас на все готов. Ну как же вам не дать всю информацию, какую только знаю? Да на кой мне черт она? А, хотя постой, вынимаю. Ну? Давай, информируй. Давай. Почнись, сердечный плут! Да. Скрывает письма он, судья, развратник, мавитон! Развратник. Помещик Добчинский. Конечно, не хочу жену его обидеть, но стоит лишь ему куда-нибудь уйти, тот швык его жене! И на ее груди все добчинские дети, коль взглядеться, все вылитый судья, ему не отвертеться. Да что судья? Все забегают к ней! И даже я... Не может быть! Е-е-е! Хорошо постели? Как вам сказать? Не может быть! У ней свободный взгляд на эти вещи! Забежать к ней буду рад! Мужик, он как олень, не может без рогов! Лука Лукич, дурак из дураков! Заметно. Юноша привил американство. Окоротничий пьет, играет в карты, разврат, пьянство, разврат со всех сторон. Он мне про карты врал. Он в преферанс весь город обыграл. Все, что вчера вы ели, все, что пили, все это карты. Карты? Неужели? Прошу вас верить мне. Я за всем слежу. Хотите, письменно все это изложу? Не стоит. Как вас звать, сказали, а? Земляника. Ну ты уж рубликов 500, приятель, мне суди-ка. А лучше 800. Отечеству служу, покуда здесь, в груди. Благодарю. Иди! Илюсь, слушай, а что означает этот пас, а? Они за ревизора принимают вас. Опа! Так вышло неожиданно и скоро, что я и сам готов себя принять за ревизора. Ну, можно было бы раньше догадаться, что до меня лучше бы убраться. Нет, хоть пойму, просто мои так ветер дует, посмотрим, кто кого переплутует. Он в руки карт не брал. Ну что ж, схолеснемся ус на ус. Мне здесь, пожалуй, обломится жирный курс. Глядите, барин, только б не взорваться. Да я готов бомба здесь взорваться! Какой, однако, вы!
Ну, скажи, что я приму. Эльна, отцом пустить! Но, любезные! Там чело, или ты уж муравьев крыло, и говорите отличный, чтоб ты как не отпишет берег. И я ком, родище дом, превратил в город притон. Слушай все, хоть ты тю, полезай, свой спину мазай. Быть с городничим, реши, приструни его или накажи. Ну а мы тебе, сударь, колбас, вот сметана, вот ой, масло, тут квас, ой, вот изюм, тут ой, хлебец, ой, вот вино. Что? Хлебец? Мне взятку? Я не подлец. Умоляем, отец наш, изволь, не побрезгуй. Тут яйца и соль. Подавай, все в пути пойдет впрок. Все тащи. Сало, мясо, сметану, водку, творог. Подожди, Осип. А вот что, любезные, а если вот так взаймы, ну скажем, 300 рубликов? 300? Да мы! Что там 300? 700 уж возьми! Антонов в Сибирь! И плетьми! Все! Решено! Ну, где же бабы? Ну-с! Это 20 штук, да не одной! Ох, я в настроении поравнаться. Поехали! Так губкам хочется прижаться. Потискать, пошуршать. Мозги запудрить и брык в кровать. Нет, с деньгами весело влюбляться. Что дела бы мне вонзили жало, сердце и плевать мне на дела. Вы оставьте мне на память ленту и позвольте ручку вам пожать. Ах вы, это так, это бриллианту, извините, я должна ливать. Ах, сегодня странная погода. Что погода, будьте ваши. Да, я готов в любое время года быть в упаде вашими всегда. Слушай, это слишком против сильнее. Извините, я нам завязать. Делайте со мною что хотите, милуйте, казните, вам решать. Судья, а ты чего же вот сюда? Так я... А,
хорошо. Сумел за службу я скопить наград, и что? Это что? В руке? Ну да, вот здесь, в кулаке. Глаз острый, нет, так различать умы. А не хотите ли вы дать мне их займы? Помилуйте, хочу, и дам, держите, вот. Я целый целый любитель, дам. Что? Да что вы мне, и любить их нечем. Вот как? Да, все силы в родине я отдал, я как индюк попал и сеял семена. Тяжелый труд. Да, зато медали, ордена. Я очень рад, имею честь. Служу труду. Претензии какие есть? Кому? К суду. Зачем же надобности тебе? Все, город наш. Так каждый из нас стоит, но не вода. Извините. Я вам понижаю. Я прошу, позвольте мне уйти! Ты мне все извилины смешал. Черти, что творится здесь, в груди? А я не хотела! Извиняюсь! Вы простите, я должна бежать! Ух, поцелуя жду! Или стреляюсь, вот. Милую, или казни тебе решать! Нет! Какой посыл? Как черт возьми? Сударыня, что это значит? А... Если я потребую иначе, молю, помилуй и казни. Вы это мне? Я вам безумно страшно, без вас не мил мне белый свет. Ах, маменька! Ну вот, прекрасно. Опять ты, маменьки, во вреда. Я знала. Я верила, что день настанет. Все на коленях воплескает передо мной. Она мила! Вы это мне? Я ей, она прелестна! А я? О, какое чудо! Жажду! Прелестно оно твое! Я пожил! Так вы же замужем! Я? Ага. Разве? А мы ничего! Да. Мы вопреки. Мы вопреки. И карамзин сказал, и разин, Степан. Руки прошу. Руки. Так вы в нее. В нее, конечно. Как грудь изящна и мала. Как дышит. И легко, и нежно. Он мой. О, как она мила. Так вы не мне. Какая ножка! О. Изгибы плавные, тонки. Куда ведет сия дорожка? Узнай! Ноги! То есть руки! О, так вы в нее! В нее! В нее! Хоть черт запутался, беда! Какую страсть! Какие ночи я подарила вам! Как, когда? Сейчас? Ой, как бы я любила! Я сочинила бы вам роман! Роман сам уделила! Дороги! Дамы! Контраданс! Такому танцу приличествует спокойное выражение лиц. Ah!
души моей. Ой, Халва любви моей. Тащи. Стой, стоять! Как слизень. Благословите! О, все. Вперед! Вперед! Идут! Кто женщин познал, тот может простить ей знание мечты. Все мошенники, гнусные рожи, все плутуют. Антоша, ты послушай. Гость из столицы попросил руки нашей девицы. Что ты скажешь на это, Антоша? Дочка с придурью, мать тебе. Что же? Да от любви он с ума сковырнулся. Бог мой, вот чем бояж обернулся. Глянь-ка, какие объятия! С дочки срочно венчальное платье! Что за черт? В самом деле целует! О, что правда, гляди, жениховит! Да уж видно, на жениха валка! Вот так сказка! Сразил на повал! Ну что, я буду генералом? А что, и будешь? А может, лучше адмиралом? Нет, этого не потяну. Тут ленты, эдак аксельбанты, тут банк кровавый, как заря, вперед поскачут адъютанты, а впереди стель егеря. Но только грубые манеры, Антон Антонович, ты меняй. Слова твои за неприличие бывают, уши зажимай. Нужна так тонкость для карьеры. Вот рыбу съел, не вытер рук. Провинциальные манеры забудь. Мы едем в Петербург. Петербург, Антон, Петербург, конечно. Петербург. Эй, барин! Барин! Вот так плут. Ох, не проехал-то по нам обоим плут. Тут к свадьбе затевается такое, что сердце мое явно не такое. А сердцу я приучен доверять. Оно мне шепчет, надо б налинять. Да, сладок был сей краткий сон. Эй, барин! Барин! Подожду, пока не выйдет он. Училища, смотрите, советник титулярный. Хотите ли сигарку? Ой, брать или не брать? Возьмите! Огонь! Вот, прикурите! Вам нравятся сигарки? Чего? Не все узнали.
рождения порока так не пью. Не пьющий? В рот не беру ни грамма. А жаль, сейчас рюмашку я бы обратил в попу. На, да? Чего уж там рюмашку? Давайте грамм по 200. А ты, мужик хороший, с тобой хоть на войну. Войны боюсь, как гроба. Да дьявол с ней, с войной. Мне рубликов бы 300. Не бойтесь, я верну. Что делать, если нету? Пропал, скажи, что нету. Живут меня со свету. Ай, кажется, что есть. Заглянете ли в классы? Какие к черту классы? Дошли до ваших классов. Тогда имеем честь. Скажи, я твой. Конечно, только твой. Ой, иди в приемную. Там ждет тебя портной. Венчальные примерю только платье. И сразу же к тебе в твои объятия. Ой, я не рада. Извините, я вам помешала. Я от важных дел вас отвлекла. С маменькою тоже не мешала выкрутить амурные дела. Ваши глазки словно два алмаза, я слепо, ты голубизны. Ваша грудь хрустальная, как ваза, ваши ножки. Вот они, возьми. Ну что ты ходишь все за мной? Иди домой. Ну, сударь, вы мне обещались. Ну, мало ли, что я вчера сказал. Был голоден, вернее, слегка устал. В глазах кружилось и бурчал живот. Сударь, честной девушке? Ну, ты мне истерику? Ты дурой ты не будь. О том, что было, думать позабудь. Я ничего не помню. Не-не-не. До трех сказал, считаю. Раз. Два. Три. За что мне нравятся арабы? За то, что истина у них одна. Чем меньше уважаешь бабу, тем больше кормит нас она. Да и вообще, кнут бабе нужен. Ведь без кнута она как бог. А вот кнута она как шелк. Ай, ой, барин вышел, чем-то он сконфужен. Пардон, мадам, пардон, бывает. Но вчера я много пил. Лишета извиняюсь. Напрасно я мешал. Вот если бы я не пил... Так много обещал ваш мужественный пыл. Он так красноречиво обольщал. Ой, мабуть, я вам ничего не обещал. Вот и все. Мне даже дурно стало. Он достался дочери моей. Молодость и старость проиграла. Не рожайте, мамы, дочерей. Ведь матерью на поля тут. Так тихо.
Что скажет вам поэт? Вы картинка, вы в рассвете лет. Бог для наслаждения создал вас. Эти губы и сияние глаз, кровь при виде вас кипит во мне. Кто сказал, что истина в вине? Нет, вот эти губы, это бровь, истина, и имя ей – любовь! Ha!
Ну что, дурак, теперь ты себе доволен? Доволен. Да в голове сидит одно. Пора бы, сударь, нам в дорогу. Таких вот славных лошадей нам дали, а какие оси? Да уехать от таких людей, не надуть их до полно оси. Так не ровен час. Откроется все, барин. Не в Оренбург мы уж помчим туда, где не гулял татарин. Ну ладно. Только снеси письмо. Черпнул я другу, пусть высмеет он семь роков всю столичную округу. И землянику, и того сидю, главу эту. Дуру, пусть не забудет никого и пишет всех на литературу! Ну что, соколики, здорово! С кого прикажете начать? Решили жаловаться снова? Хотели в грязь меня топтать? Не погуби! Во как запели! А вышло б не по-моему! Законопатились, сумели меня в Сибирь или в тюрьму! Ладно, я не пометую, чтоб свадьбу справили мне, во! Иначе всех сотру и сдую, фу! Чтоб торжество так торжество! Гони их отсюда! Дочь отправляй, да и сам собирайся в дорогу. Все право не верится как-то, ей-богу. Иван Александрович, все готово, извольте ехать. Я еду. Да. А насчет свадьбы вы намекнули с... Мой дядя. Кто? Самых честных правил уже не в шутку занимал. Он застоянием я оставил. И лучше выдумать не смог. Что ж, езжайте. Я только на минутку, душечка. Ой. Ну что там за тройка? Сказочная тройка. Но вы нуждаетесь в деньгах. Что? Деньги? Да. Давайте. Вот, 800. Держу. Я, папенька, вас обожаю. В мехах. Скажите там. А у нас? Да. Скажу. Портрет закончен. Он прекрасен. О, сюр. Нет, маменька. Кубизм. Лик благороден. Ой, ты чист. И ясен. Где лик? Меж двух вот этих клизм. Нет, вы ошиблись. Это жопа. А вам нравится? Я в шоке. В восторге, то есть. Пимян. Портрет мы оставляем вам. Жизнь надо уметь дать. Надо вовремя взять. Свадьба состоится. Но жениха просто не следует. Да здесь жених. Где? Вот портрет. Многие лета вам жизнь встречали, чтоб дети и внуки горя не знали. Чтоб Марья Антонне и Ане Андреевне скорее уехать из нашей деревни. Чтоб вас стороной обходила беда. Спасибо. О, прошу, господа. На вас будут платья. Такие нарядные! Вы будете блюда вкушать ароматные! Желаю вам счастья! Червонцев, вам бочки! Хорошую партию сделали дочки! Вот так судьба! Не судьба, а заслуги! Этой свинье счастье ломится в руки! Счастья желаем 100 лет! Эка рожа, чтоб ты пропал! Да что он... Спасибо и вам того же! Да-да, генералом-то будет! Да только друзей генерал-то забудет! Кто я?
Никогда. Обещание даю. Протекцию там и словечко царю. Святой. Он святой. Он святой. Да. Господи Боже, как же там пляшут. Ты думай, тоже. Там будут не эти, а там будут те. А ты обещание такой мелкоте. Они-то, конечно. Но я же родня. С тобой в Петербург вы возьмете меня? Какая родня? Ты ведь так приживала. Родство только в том, что хлеб мой жевала. Но я же для вас землю грыз за зубами. Вот и грызи ее здесь, а не с нами. Я верой и правдой вам столько служила. Я нужна ты столице, как задницу шила. Это, друзья, это ж рожицыны. Что? Их только на кухню, на пивные. Да. И то, а пивные для вшивы с собой. Мерзавка! Паскуда! Господа! Господа! Да. Вот так новость! Вот так новость, господа! Что? Да! Ревизор не ревизором оказался! Как? Да-да! Больше глупости не знаю, чем уезд наш отмочил! Вот письмо, сейчас прочитаю! Чье письмо? Кто нас начил? Спешу к уведомим лисичкам, со мной сплошные чудеса, пехотный капитан Синишкин меня обчистил полчаса. О! Сижу в гостинице, дверь стук, открыл, и тут замкнулся круг. Пошла потеха, я весь город погнал чиновничий испуг. Ты спросишь, так? За ревизора! Меня здесь приняли, мой друг. Ой, я поднял здесь волну такую, а впрочем, вкратце обрисую. Судья, что за... На судья жеребчик еще то. Отпустит вора, честного запрет. Не догадаешься, поди-ка, до ночи кто? Кто? Ты не земляник. В уездных школах умственный багаж высок до нельзя. Ведь Лука Лукич а вот в дом придурки-коротышки из цирка убежавшие мартышки. Антон Антоновича ждет маленький сюрприз. А? Жена и дочь родят. А? От фирмы скромный приз. Прими от нас рога, свет не видал такого дурака. Сорван, стоптан прах. Позор, на весь уезд позор. А как же свадьба? Ваня! Кто первый крикнул ревизор? А я так глупый, как баран. Таких пройдох умел на дыбу. Здесь какой-то лабардан меня на удочку, как рыбу. А где смеетесь? Над собой! Сквозь слезы смех твой, твой, твой! И твой! Кто Богу выполнять его труды мешает, того он разума лишает. Там, где разум, как звезда у нас, там дьявол поселяется в тот час. И здесь без дьявола обошлось едва ли отчет. Он в этом деле ювелир. И небеса на землю не упали, и мир стоит, не шелохнется мир. Строй здание, работай как отшельник, хитрый плутун, изыскивай ходы. Но на тебя ищется мошенник хитрее, без жалости, чем ты. Тисками утонченного коварства, зажатый, как общипанный птенец,
ты только развиваешь трюк, а царство твое уже наследует подлец. Скорей, взлетит на воздух вся планета, но не изменится, клянусь, такая надувательская эта земля с названием кратким Русь.
Министр! Министр, одевайся! Пожалуйста, на съемочки! Министр, одевайся!